Poklonička agencija Dveri vas vodi u manastire Starog Rasa, Fruške Gore, Ovčarsko-Kablarske klisure, Primorija, Kosova i Metohije, u manastir Ostrog, Carigrad, Hilandar, Rusiju i Jerusalim. Poklonička agencija Dveri, Kragujevac. Симеон, который был в России, встретил женщину одну, которая говорила о том, что Бог перестал действовать так, как было раньше, и что теперь нет больше старцев. Quand le jeune devient moine, on lui donne le tani, il lui recommande, il faut prier incessamment. Когда над монахом совершается постриг, ему вручаются четки с повелением творить Иисусову молитву. Но высокая молитва Иисусова – вещь очень трудная. Новоначальный монах должен очиститься от страстей. Но в общем сейчас светский мир говорит так. Я хочу иметь свободу, свободу, свободу. Монастырь с трудом принимает тех, кто не отринул свободы, для того, чтобы совершать послушание. И монаху следует реально жить преданием святых отцов. Thank you.
Христос говорит, другие трудились, а вы вошли в труд их. Пророки и все духовные люди Ветхого Завета трудились, а святые апостолы вошли в труд их. Они нашли уже все готовым. Каждый человек спасается сообразно с духовными условиями своего времени. Сейчас вы обязаны быть несколько обращены к миру для того, чтобы быть в состоянии как материально восстанавливать монастыри, так и духовно отвечать на нужды народа, приходящего к вам в поисках духовной помощи и утешения. Даст Бог, придет время, когда в монастырях разовьется духовная жизнь. И в этом будет духовная заслуга и тех, кто создавал предпосылки для того, чтобы их преемники могли жить духовно. Церковь есть тело, и члены ее общаются в любви. И сейчас, поскольку страждет тело церкви, монашество не может заключиться само в себе и не заботиться о том, чтобы, приняв народ таким, каков он есть, помочь ему из его нынешнего состояния притвориться в народ Божий. Бог любит и отшельников, и тех, кто работает в миру. Монах, отдавший себя на служение людям, часто не добирает в своей личной духовной жизни, работает для людей. Для работы над самим собой ему почти не остается времени. Но его труд в миру, в очах Божьих, покрывает эту нехватку.
ибо воля Божия состоит в спасении мира, в спасении как можно большего числа людей. Και αλυσίδα γίνεται μεταξύ αυτών που είναι αναχωρητές στην έρημο και αυτών που είναι διάδοχοι. Между отшельниками, жителями пустыни и общежительными монахами. Ангелы помогают анахоретам, анахореты помогают киновиатам, а киновиаты помогают людям. При связях с миром возникает много соблазнов, поводов к греху. Поэтому здесь необходимо иметь страх Божий. Не все отшельники достигают великих высот, но и не все общежительные монахи правильно совершают свое служение людям. Από τους καλούς καινοβιάτες, από τους καλούς αναχωρητάς, βγαίνουν οι στάρες, οι μεγάλοι. Из хороших отшельников, из хороших киновиатов выходят великие старцы. И именно они излучают тот свет, которым должно руководствоваться монашество. Все мы хорошо знаем, что надо делать. Мы знаем, это не только из древних книг, но и от живых современных старцев. Все святые говорили одно и то же. Все святые говорили о Святом Духе. Если мы очистим нашу душу, то Бог наполнит ее настолько, насколько она сможет вместить. Если ты принесешь Богу свое сердце, то Он наполнит его подобно тому, как сосуд наполняется водой. Если ты принесешь ему чашу большего размера, то он наполнит и ее. И от чистоты сердца зависит обилие благодати Духа Святого, которую получает каждый человек. В Евангелии от Матфея, в 6 главе говорится, «Светильник тела есть око». Если око твое светло, все тело твое светло.